технология, это сродни выходу в космос первого человека, потому что она поможет дальнейшим сотням тысяч людей, которые находятся в еще более печальном состоянии, чем я. Честно, я просто под таким впечатлением, на самом деле, я правда. Потом там руку, но проблема в том, что еще организм, иммунная система отторгает. Эксперименты, которые приводили к относительно успешным пересадкам тела, но не было возможности передать какую-то нервную активность в органы, в конечности, и в том виде операции не имело смысла. Канавера преодолел эту проблему, у него есть технология, которая позволит сращивать нейроны, она отработана, и мы надеемся, что она в итоге приведет к успеху. Делаем игры на мобильные платформы типа iOS и Android. Ну да, ей приходят зрители, показываем магматический слой, слой базальтовых плит. Спасибо вам.